На Украине тем временем скандал, связанный с именем журналиста Савика Шустера, который последние 11 лет ведет политический ток-шоу на украинском ТВ. Сегодня стало известно, что ему аннулировали разрешение на работу в стране. В службе занятости объяснили. Причина в том, что при оформлении аккредитации журналист не указал, что на Украине против него заведено уголовное дело о неуплате налогов. Сам Шустер, который является гражданином Канады и Италии, а на Украине у него вид на жительство, расценил запрет на работу как давление и добавил, цитата, «эта власть не терпит никакой критики». Савик Шустер, напомню, вел программы на разных украинских телеканалах, в том числе принадлежащим олигарху Игорю Коломойскому, известному своими непростыми отношениями с президентом Порошенко. Минувшую осенью ток-шоу Шустера уже снимали с эфира, как тогда говорили по распоряжению Порошенко. Сегодня один из депутатов Рады написал в соцсети, что и в этот раз якобы все было сделано по звонку сверху. Сам журналист заявил, что намерен продолжить работу без разрешения. Здравствуйте!